Очередь к прилавку у торговых рядов с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи икра и рыба камчатская продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Бутерброд с вкусной, свежей и полезной рыбкой будет украшением любого стола. Чевичи. Чевичи, а уже пробовали? Ну, я лично нет. Не пробовал. Первый раз, да? Палтус пробовал, чавичи нет. Попробуем, купим. Икра очень вкусная. Бесподобная икра. К Новому году покупала. Очень понравилась икра. Рыба вся свежая. Едим с удовольствием, всей семьей. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащие в икре, придают энергию и силы. А также активизируют обмен веществ. Я покупала здесь рыбу. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чавычи. Икру купили, белорыбицу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем, очень вкусно. Икра считается чавычи, самая крупная. Очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3. Нам, пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень, очень приятно, что такая забота о нас. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 12 марта включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбой ждет вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».